В Сургуте установили причины появления масляных пятен в протоке реки Сайма. Накануне здесь спасатели очистили воду от радужной пленки. Обследование акватории показало, горючее осело на дно реки еще летом. Напомню, тогда неизвестные слили горючее в ливневый коллектор. Сейчас, когда уровень воды в Сайме стал минимальным, грунт очистился естественным путем. Спасатели уже устранили радужные пленки. Для обработки воды потребовалось около полутонны сорбента. Хотя они прогнозируют, что подобные масляные пятна еще могут появиться на реке в ближайшие дни. Чтобы как можно быстрее локализовать горючее, акваторию взяли под круглосуточное наблюдение. Объем нефтепродуктов уже не такой, как был вчера. Но, как мы полагаем, некоторая часть нефтепродуктов может еще быть на дне и поступать в то локализованное бонами место между автомобильными мостами по улице Энергетиков и Меликарамова.